Так, мой хороший, привет! Сегодня мы с вами поработаем с prepositional phrases, с фразами, которые имеют предлоги, и напишем контрольное упражнение после этого всего дела. Скорее всего, видео будет большое. Мы, чтобы оно не было супер большим, мы поделим его пополам. Ну что же, поехали. Первое выражение – это авторитет в чем-то. Записывайте, пожалуйста. Авторитет в чем-то – это an authority on something. Не in, а on. Второе. Билет на спектакль. Билет на спектакль, на поезд, в театр. Это одно и то же. Это будет a ticket for. A ticket for a show, a ticket for a play, a ticket for a train, a ticket for a match, a ticket for anything, a ticket for Hamlet, and so on. Так, третье. Близко от кого-либо, от чего-либо. Это close to somebody или something. Но near somebody, то есть без ничего. Это будет без to. Четвертое. Вид на что-либо. Ну, поехали. A view of something. Например, a view of a city, a view of a lake. Следующий. Визит в город или в страну. A visit to a city. A visit to a town. A visit to a country. Следующее. Виновный в чем-либо. Guilty of something. Guilty of a crime, guilty of a murder, whatever. Но я не виноват. Это не моя вина, что он опоздал. I am not to blame. Где-то у нас это было, в Голицынскому, мне сдаётся, да? It is not my fault that he was late. Следующее. Делать вклад во что-либо. Вмешиваться во что-то, быть вовлечённым. Make a contribution to something, include something in something, interfere in something, to be involved in something. Следующее. Вторжение в страну. Somebody's invasion of a country. Invasion of. Next. Вылечить кого-либо от чего-либо. Cure somebody of something. Граничить со страной или со штатом. Border, to border. Это глагол, да? To border on a country, to border on a state. Угу. Делать, создавать что-либо из чего-либо. Make something of something. Или, может быть, make something from something. Угу. Делить что-либо на какое-либо число. Divide something in a number. Uh-huh. Долг перед кем-то. Somebody's duty to somebody. Долг, duty, обязательство. Жаловаться кому-либо на кого-либо. Complain about somebody или something. No, complain about somebody to somebody in an official way. Это report somebody to somebody. Report to. Идем дальше. Зависеть. Нет, я не сказала. Да, да, все правильно. Зависеть от кого-либо или чего-либо. Это depend on. Ну, вы это знаете, я надеюсь. Depend on somebody, depend on something. Заходить кому-либо. Call on somebody. Call on somebody. Заходить в какое-либо место. Это call at a place. Так, паузы делайте. Не могу останавливаться долго. Избавляться от кого-либо. Это get rid of somebody или get rid of something. Угу. Извиняться перед кем-либо за что-либо. Apologize to somebody for something. На чье-то имя. In somebody's name. Интерес кому-либо, чему-либо. Somebody's interest in somebody или something. Лекарство от чего-либо. Medicine for something. For a cold, for a headache, a cough. Есть? Лекция о чем-либо. Lecture, a lecture on something. Или a lecture about something. Есть? Читать лекции по какому-либо предмету. Lecture on a subject.
For example, on physics, chemistry, history. Есть. Еще чуть-чуть. Лечить кого-либо от чего-либо. Treat somebody for something. Так. От первого, третьего лица. In the first, third person. Менять что-либо на что-либо. Change something for something. По моему, его мнению, in my, his opinion, но. To my или to his mind. Opinion ходит с ином, mind ходит с to. В открытом море. At sea. Еще два сделаю. Намекать на кого-либо, что-либо. Это hint at somebody, hit at something. И направленный на что-либо, имеющий что-либо своей целью. Это aimed, directed at something. Все, мои хорошие, этого хватит. Сделаю еще одно. И будет контрольная маленькая для вас на занятие дам. До встречи, мои хорошие.